Добро пожаловать в дизайнерский проект «Умного дома». При его реализации были использованы интеллектуальные системы линейки Bush Prion немецкого производителя Bush Jaeger Electro. Все в этом доме служит для создания комфортной атмосферы. Разнообразие пультов управления и настроек позволяет для каждой отдельной комнаты создавать различные сценарии. Управление освещением, музыкальной системой и охраной квартиры – все настраивается для удобства хозяев. Для централизованного управления умным домом была установлена сенсорная панель Bush Comfort Touch. С ее помощью можно прослушать любимые композиции, можно смотреть электронную почту, следить за биржевыми новостями, узнавать прогноз погоды или актуальную информацию о пробках на дорогах. Можно также оставлять звуковые и графические послания для членов вашей семьи. Для увеличения функции управления в некоторых комнатах мы использовали поворотный элемент с цветным дисплеем. Этот элемент может использоваться для выполнения до 210 функций управления, таких как включение-выключение света, регулировка его яркости, управление жалюзями. Также элемент имеет встроенные функции, такие как будильник, таймер, световые сцены, управление климат-контролем и мультимедийными устройствами. Разумеется, без внимания не осталась и безопасность. При выходе из дома вы ставите квартиру под охрану. Охранная панель сообщает системе, что хозяин ушел из дома, и система выполняет сценарий определенных действий. Когда же вы возвращаетесь, система определяет ваше присутствие и может выполнить любые обратные действия. Если в вашем доме откроются балконные двери или будут неполадки в отоплении, система мгновенно покажет это, немедленно направляя тревожный сигнал на ваш мобильный телефон. Звонит дверной звонок, и Bush Comfort Touch покажет, кто стоит за дверью, а пока вы в отъезде, система будет имитировать присутствие хозяев. В элементы управления Bush Prion вмонтированы датчики движения, и эта возможность используется для управления светом в ванной комнате и туалете. В элементах управления есть функция будильника. За 30 минут до времени пробуждения включается теплый пол в ванной комнате, и к моменту, когда человек добирается до ванны, пол уже успевает прогреться до комфортной температуры. Вместо сигнала пробуждения начинает тихо играть определенная музыкальная композиция, громкость которой увеличивается раз в 15 секунд, позволяя хозяину без лишних стрессов пробудиться. Для особых любителей поспать можно добавить сценарий открытия жалюзи и выключения музыки с другого выключателя, например, в ванной комнате. Отдельно хочется выделить систему Multiroom, которая была интегрирована в общую систему умного дома и управляет аудиосистемой во всех комнатах квартиры. Управление музыкальным контентом производится при помощи поворотного элемента с цветным дисплеем, дистанционного пульта, смартфона или планшетного компьютера. Аудиосистема может проигрывать интернет-радио, музыку с сетевого носителя или с вашего мобильного телефона. Причем в одной комнате вы можете слушать интернет-радио, а в другой — музыку с вашего телефона. Также обратите внимание на стиль хай-тек линейки Bush Prion. Системы управления выполнены из черного стекла и полированного алюминия. Дизайнер подобрал и остальные элементы квартиры в этой стилистике, чтобы создать гармонию и максимальный комфорт для всей семьи.